Бороться за звание чемпионов страны собралось более 500 человек. В программе чемпионата 34 дисциплины. Сегодня в прыжках в высоту состязались девушки. Этот этап первый в российском легкоатлетическом сезоне. Хорошая возможность для именитых спортсменов вернуться в свою лучшую форму. А дебютанты смогут набраться опыта для побед на следующих турнирах. Ну, конечно же, это столица. Москва всегда являлась командой у нас в легкой атлетике номер один, которая претендует только на победу. Но я хочу сказать, что ситуация в спорте переменчива, и, как говорят наши коллеги-футболисты, мяч круглый, он может скатиться как в те, так и в другие ворота. Посмотрим. Здесь много молодых ребят, много талантливых ребят. Опыт и медали не единственное, ради чего приехали спортсмены. Результаты сочинского турнира будут важны при отборе в сборную страны.